Пенсионеры городского округа Мытищи побывали в Сергиев-Посаде. Напомню, раз в неделю женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет могут принять участие в путешествии по одному из муниципалитетов Подмосковья. Экскурсионные туры – одно из популярных направлений программы губернатора Московской области «Активное долголетие», стартовавшей 1 октября. Например, на прошлой неделе порядка 40 пожилых мытищинцев побывали в Королеве и Красногорске. Поездка в Сергиев-Посад, которая состоялась на днях, завершила 2019 год. Пенсионеры посетили одно из подворий Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Черниговский скит, и заглянули в Спасо-Вифанский мужской монастырь. Он хоть и находится на реставрации, но нашим путешественникам все же удалось погулять на территории и набрать святой воды.